Ребята, родители могут решить любую проблему и дать совет. Вы должны просто попросить их об этом. Like Настя! Почему ты такая грустная, Настя? Мой учитель дал мне задание, и я должна выучить всю эту песню. Я не уверена, что я смогу это сделать. Нет, ты сможешь! Я знаю один лайфхак. Прочитай это 3 раза, прежде чем идти спать. Хорошо! Happy birthday sounds from everywhere. 1! 2! 3! Положи это под подушку. Хорошо. Спокойной ночи. Доброе утро. Подъем, пора в школу. Ей! Повтори еще 1 раз. Хорошо. Хорошо. Happy birthday, sounds from everywhere. Happy birthday, smiling gold ear. Happy birthday, sounds from all around. Can't you hear that sound? Теперь я уверена! После школы. Папа, папа, я получила 10! Вау, отличная работа! Что случилось, Настя? Учитель сказал, что у нас скоро спортивное соревнование. И я не думаю, что я смогу это сделать. Я здесь помочь! Пошли тренироваться! Хорошо. Гимнастика! Начнем нашу тренировку. Повторяй за мной. Вот так. Отлично! Раз, два, три! Попробуй сделать бэкфлип. Прыжок. Прыжок. Круто! Давай еще. На сегодня достаточно. Увидимся. Теперь я сильнее. Папа, папа! У меня получилось, я получила медаль. Видишь, я говорил. Что случилось? У нас будет конкурс красоты в школе. И я думаю, я недостаточно красивая. Я помогу тебе. Я не выиграю. Не переживай, папа решит любую проблему. Мэгги, нам нужна помощь. Кому тут нужна моя помощь? Я думаю, что я недостаточно красивая. Настя, ты по-настоящему красивая. Тебе лишь нужно немножко больше уверенности. Какая прическа твоя любимая? Я люблю хвост. Хорошо. Так? Да! Настя, какая одежда твоя любимая? И в чем ты чувствуешь себя уверенной? Я люблю носить черный! А какая обувь тебе нравится? Кроссы с котятами! Вот, пожалуйста! Спасибо! А также тебе нужна уверенная походка. Спасибо.
Спасибо! Теперь я уверена в себе. Сегодня я буду победителем. Удачи! Спасибо!